Сегодня чиновники городской администрации поздравляли участковых инспекторов с их профессиональным праздником. По итогам работы за минувший год были отмечены участковые города и области. Инспекторов награждали грамотами, премиями и ценными подарками. И традиционно выбрали лучшего участкового инспектора. Им стал ивановец Виталий Майоров. Производит этот отбор сами профессионалы, самоуправление. Поэтому мы здесь только участвуем в качестве поощрения уже материального, так сказать. И то, что сегодня выбрали лучшим участковым молодого офицера, которому 28 лет, которого очень сложный район Минеева, все это знают, Ленинский путь, где он сегодня участковый. Вот. Но он за эти 9 месяцев участвовал в раскрытии 14 преступлений. Это тоже показательно довольно-таки. Виталий Майоров работает участковым только 5 лет, но командиры и сослуживцы оценивают его работу очень высоко. Сам лучший участковый говорит, что выбор профессии был не случайным. Изначально хотел стать сотрудником, но изначально не получилось. После службы в Вооруженных силах Российской Федерации пришел служить в органы внутренних дел. В настоящее время в нашем регионе служит около 400 участковых инспекторов. Половина из них в областном центре. Среди них также есть женщины. Сотрудники органов внутренних дел признаются, что служба участковых всегда была и остается основным звеном в профилактике правонарушений и преступлений. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.